Стихотворение продаст мне на вашу честь звезду. Сейчас вспомню. Да, дело в том, что вот 305, когда было себе, господи, сколько же было, 300-летие моего родного города, и меня позвали в Питер, и говорят, что мы должны принять участие в концерте, где, значит, знатные жители Питера, в честь которых названы звезды и планеты. Я говорю, что извините, ничего, чуть не говорили. Наверное, вы ошиблись. Наверное, говорит, извините, наверное, мы ошиблись. Повесили трубку. Через 2 часа звонили. Нет, говорит, это вы ошиблись. Я с удивлением узнал, что, значит, в Ялтинской обсерватории была открыта в конце 90-х годов какая-то малая, значит, звезда, астероид, значит, вот нашей Солнечной системы, диаметром 15 что ли, километров, потому что вот мне вот академик Петровский, мы с ним вместе отмечали, а у меня, говорит, всего 9 километров. Ну да, не в этом дело. Да, а значит, у меня есть в виде стишок такой «Мала планета». Дело в том, что действительно так получилось, что назвали планету Александр Городецкий, а в прошлом году я получил сертификат, что на Восточном Саяне в честь меня назвали перевал тоже. Он на карте есть, оказывается, все такое. Ну ладно, не в этом дело. А стишок такой: «Мала планета, названная мной, в диаметре что-то, видишь, 8 километров. Она между Венерой и Луной летит в потоке солнечного ветра. Моей заслуги в том особой нет, но, полагаю, радоваться стоит, что между прочих солнечных планет и этот затесался астероид. Когда-нибудь во времени ином, такими же вот звездными ночами, и найдет на карте астроном, прочтет название и пожмет плечами. А кто захочет встретиться со мной, поставит диск и поглядит в окошко, где над Москвою в тишине ночной мерцает ярко Млечная дорожка. Спасибо.